О чем же в небе ангелы поют? Вы думали когда-нибудь об этом? Вы скажете, что славу воздают, и кто-то вам подобное ответит. Но мне бы хотелось больше бы узнать, о чем поется в ангельских всех песнях. Они ведь день и ночь, и ночь и день звучат. Какие в них слова, мне интересно. Не может быть, чтоб только свят Господь или аллилуйя в небе восклицали. Ведь песен там бесчисленный поток, они еще на миг не умолкали. О чем же песен говорят слова? И музыка, мелодия какая, ключи от этой тайны где искать? И кто куплеты в ноты составляет? Песнь Моисея в небесах поют, и акция песнь, которой мы не знаем, и божьи гусли звуки издают, которых с чем сравнить не представляем. Есть множество чудесных слов хвалы и благословия различных видов, премудрости святой всей глубины никто не смог постичь и не предвидел. Но думаю, когда от всей земли придет к Иисусу в небеса невеста, она там будет петь всем о любви, и смолкнут ангелы, услышав ее песни. Она взойдет с хвалою на устах тому, кто спас, омыл своею кровью. Таких ведь слов не знают в небесах, и пению спасенных нет подобных. Прекраснейшая в небе будет песнь тому, кто был и есть, и кто достоин, кто умер на кресте, и кто воскрес. Его хвалой постичь особой стоит. Об этом небе ведь никто не пел, и ангелам такое непонятно. И к удивлению, будет ли предел? Песнь новая им станет всем приятно, ведь только тот, кто в бездне утопал и был спасен от гибели навеки, лишь может петь и может ликовать с хвалою благодарности вовеки. Я как бы вижу этот славный хор, спасенных в нем сольются сотни тысяч, и Дух Святой им будет дирижер. Хвалы такой никто еще не слышал. И если ты Иисусу хочешь петь, песнь новую в числе Его невесты, так стоит все отдать и претерпеть, не потерять бы только дорогое место. Аминь.